Чемпионат мира по футболу – это событие мирового масштаба, да, и если рассматривать это просто точечно, там, допустим, будет потрачено много денег, то это вроде как нагрузка определенная для страны, да. А если рассматривать геополитически, то, в принципе, наверное, это очень интересно в связи с тем, что это популяризация, во-первых, да, во-вторых, это такой спорт, который, как бы, ну, я не знаю, мужиков, которые бы не болели, не любили футбол, там, и не считали, что это, типа, самое главное, что надо посмотреть, да. Плюс к этому это привлечение в том числе и инвестиций каких-то, правильно, там продажа там футболок и всего остального смежного, да, и так, то есть в принципе, да, ведь это строительство стадионов, да, развитие инфраструктуры, в том числе дорог, что в конечном итоге приносит все равно результат. Вот в старые времена, допустим, в незапамятные вообще еще там во времена начала социализма, да, строили, все планово было, да, и строили там, подразумеваешь, там когда-то через 30 лет это станет полезно, да, и поэтому плоды приходили позже, да, и это было здорово на самом деле. Нельзя жить сегодняшним днем, надо думать о каких-то перспективах. Может быть, иногда стоит потерпеть, чтобы в дальнейшем это принесло результат, а не так, что сегодня ты весь отжался, как бы у всех все хорошо, а завтра все не знают, куда бежать.